Стало известно количество потерь личного состава и техники российских вооруженных сил в Украине. По данным Генштаба вооруженных сил Украины, в результате боев обезврежено около 31 250 российских военнослужащих. Кроме того, атакующая сторона потеряла 1386 танков, 3400 боевых бронированных машин, 690 артиллерийских систем, 207 реактивных систем залпового огня, 96 средств ПВО, 211 боевых самолетов, 176 вертолетов, 125 крылатых ракет, 551 беспилотник, 2395 единиц автомобильной техники и топливных баков, 53 единицы спецтехники.